Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Кремль с большим вниманием следил за посещением Владимиром Зеленским поселка Золотое в Донбассе. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль с большим вниманием следил за посещением президентом Украины поселка Золотое в Донбассе. Песков отметил, что если Владимиру Зеленскому удастся заставить националистов исполнять его приказы, уйти из Донбасса и не мешать процессу разведения сил, то это будет только способствовать скорейшему проведению саммита в нормандском формате. Напомним, во время визита в район Золотого глава Украины безуспешно попытался уговорить националистов покинуть Донбасс. В ответ на требования президента радикалы пригрозили ввести в район разведения сил несколько тысяч добровольцев, которые не сдадут врагу украинскую землю. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.